Быть в тренде, чувствовать тенденции мирового рынка и развиваться в тех направлениях, которые особенно востребованы сегодня. Это то, что объединяет участников форума выставки деловых контактов «Брест-2019». В четвертый раз областной центр становится точкой пересечения экономических интересов бизнеса евразиатского и европейского регионов. И то, что определенные позиции и у гостей, и у принимающей стороны совпадают, подтверждает первый день работы международного форума. Порядка 5 договоров по сотрудничеству уже подписаны. Сегодня экономика стоит на первом месте, потому что от того, как работает экономика, так, в принципе, обстоят дела и в целом в области, ну и в нашей стране. Поэтому вопросы привлечения инвестиций, значит, новые технологии, вот это самое главное и задача этих экономических форумов. Естественно, есть отдача. В прошлом году на таком же форуме, который проходил в этом же здании в апреле прошлого года, было подписано более чем на 30 миллионов рублей различных договоров. 3 совместных предприятия были созданы, которые сегодня работают. В этом году у нас участниками будут более 20 стран. Более 20 стран – это представители бизнес-сообщества и дипломатические миссии – выразили желание стать участниками важного экономического форума. Шанс не только на других посмотреть, но и себя показать, выстроить личные контакты и сформировать индивидуальный подход в работе. Обсуждаемой стала и тема тысячелетия, а точнее использование потенциала мероприятий для расширения деловых контактов. Наша задача – сделать город Брест привлекательным для инвестиций. И здесь мы идем прежде всего на создание особой атмосферы нашего города, неповторимости нашего города, чтобы любой человек понимал, что вложив сюда рубль, он будет горд и перед собой, и перед своими потомками, потому что Брест – это город, устремленный в будущее. Программа всех двух дней довольно насыщенная. В рамках мероприятия пройдет контактно-кооперационная биржа, аукционы, а также локальные презентации экономического потенциала отдельных регионов. Итоги форума будут подведены уже завтра. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.